Привет, друзья! Представьте себе, что сейчас вы услышите стук в дверь. Вы оторветесь от экрана и пойдете посмотреть, кто к вам пришел, откроете дверь и вдруг увидите там Христа. Это точно Он, без всяких сомнений. И Он пришел для того, чтобы иметь личное общение с вами. Он посмотрит вам прямо в глаза и скажет: «Я избрал тебя. Я призвал тебя для того, чтобы ты шел и научил все народы. И это моя воля для твоей жизни». Если бы такая встреча произошла между нами и Христом сегодня, изменилось ли бы то, о чем мы мечтаем? Изменилось ли бы то, как мы планируем провести свою жизнь, на что мы собираем деньги, о чем мы молимся? Это очень хороший вопрос, который каждый из нас должен задать себе. Потому что истина заключается в том, что Христос уже сказал нам эти слова. Мы можем открыть Матфея, 28 глава, и прочитать с 19 по 20 стих. Итак, «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами до скончания века. Аминь». Но каким-то таинственным образом мы научились не воспринимать эти слова лично. Мы думаем, что они относятся к кому-то другому, но не к нам. Но эти слова Иисус обратил ко всей церкви, то есть ко всем нам. И каждый знающий Христа человек несет ответственность за выполнение этого поручения перед Ним. Если мы осознаем это, если мы поймем свою часть ответственности, то наш мир будет изменен.